Я чувствую, он нас не увидит, ребята. Он, я чувствую просто, что он нас не заметит. Или заметит. Вот это неожиданно! Вот это было неожиданно, ребята! Просто неожиданно так. Надо было... Это победа! Это еще и победа! Вы по... Привет, друг, и добро пожаловать на троллинг блоками. Сегодня я буду играть на сервере Hypixel, и буду играть я за блок земли. Не забываем ставить много лайков, если хотите видеть еще троллинга блоками. А мы начинаем. Так, и я предлагаю поставить снеговика. Я знаю, что я могу сделать глупость, потому что этот снеговик, он вообще меня не слушается, я бы даже так сказал. Вот, давайте сейчас добудем этой... Доска. Так, отлично, отлично, супер, супер. Тихо, тихо, тихо. У меня, походу, эффекты закончились, что так выбросило сразу. И нам нужно... Ага, ага, человечек там уже один идет. Блин, точно, можно же было взять блоки и все. Ну, ладно, по нам, походу, стреляют. Так, давайте возьмем на всякий случай зелье деградации. Точнее, регенерации, как я мог так перепутать. Ой-ой-ой, а вот про это я вам не говорил, говорил. Все, я земля, я думал, это враг, и мне уже стало страшно на самом деле. Бабе не видит нас? Нет, она нас... Ой-ой, это было жестко. Так, оп. Все, встали в победную позицию, ребята. Идут, ребята, просто идут, смотрим. Главное не двигаться. Главное не двигаться. Один пробежал, второй пробежал. Увидел. Вот козел, блин. Я думал, все-таки до конца нас не сможет увидеть. Нам надо... Оба-да, чувачки. Стрелял кто-то? Кто-то стрелял или это у него в ноге было? Давай, друг. Что я вообще наделал? Я какой-то мастер-строитель сейчас, ребята, прям. Будем надеяться, что нас сейчас с вами никто не увидит. Так, там идет погоня, я видел, из кожаной брони. А, его, походу его казнили уже. Ладно, мы остаемся на своем месте. Не отпускаем shift. Ну, вроде мы с вами нормально так спрятались, да? Давайте, может... Вот, все, теперь мы идеально спрятались. Ой-ой-ой, бежит к нам, смотрите, бежит, ребята, бежит. Так, все, аккуратно. Встали не в дерганную позицию. Стоим. Что? Увидел, блин, говнюк. Я думал, он не сможет нас заметить. Там снеговик наш был, вы видели, он взял в него, пальнул просто. Блин, а снеговик выдал. Ну, кстати, я неплохую такую эту-то построил. Нет, нормас. Ладно, давайте попробуем еще на какой-нибудь карте потроллить игроков. У нас есть карта с центром, и это очень круто. Сейчас бы еще Кирочку нам найти. Девушка, пожалуйста, не забей. О, да, и все, ребята, мы с вами должны быть очень жесткими. Так, и земельки надо, маленькие земелечки. Так, все, отлично, можно идти рашить, убивать, казнить просто всех игроков. Шучу, можно прятаться и бежать. Хопа, все, мы на центре, ребят, мы почти на центре, и там есть одно мое любимое место, где можно спрятаться. А для этого нам понадобится с вами кирка, вот это вот. Оба-на, ломаем. И все, земельный участок готов, земельный участок у Тякула готов. Двое на миду, и там, походу, идет ПВП. Главное, чтобы они пробежали. Оба-на, третий пришел. Чего, откуда он? Почему он с летучими мышами? Так. Бегает, смотрите, шастает. Он меня не увидел. Все круто, ребята, круто. Пока что все круто. Снежки. Летучие мыши, вы что? Слава богу. Вот эта стрела пролетела. Вот это лол, пацаны. Не видит. Вы посмотрите на эту девочку. Не видит меня. Боже мой. Я чувствую, он нас не увидит, ребята. Я чувствую просто, что он нас не заметит. Или заметит. Вот это неожиданно! Вот это было неожиданно, ребята! Просто неожиданно так. Надо было... Это победа! Это еще и победа! Вы по...
Лол, лол, я такой босой был, просто стоял блоком земли. Ну да, ребята, можно победить блоком земли. Ой, лол, ребята, это просто эпично, просто эпик. Ставьте лайк, ребята, за это, если хотите еще видеть троллинга в Майнкрафте. Оу, ребята, сейчас у нас очень сложная карта, но надеюсь, это нам не помешает, и мы с вами затащим. Для этого нам понадобится с вами точно сейчас Кирочка, Кирочка, броню. Я отдам этому парню, потому что она мне сильно-то и не нужна. А вот меч я, пожалуй, себе заберу. Так, ага, голову, зачем мне голова, Так, все, бежим, значит, на центр, строимся, мы камнем. Земля, ребятки, точно, нам нужна земля и много, очень много, потому что там все из камня, и нам нужно сделать стенку из земли. Для этого мы киркой сносим, короче, просто стену всю. Боже мой, я испугался, я думал, я уже все, провалился, слился. Разносим, убили. Ай, снесли еще одного, все, супер. Готовчик. Все, меч на остроту. Ой, какой острый, сейчас бы не пораниться. Так, все, мы готовы с вами. Штанишки. Так, давайте, короче, инвентарь наш почистим, я думаю, а мы выкинем все самое ненужное. Алмазная броня у нас есть, это есть. А лук, пожалуй, я оставлю, это довольно-таки интересно. Все, земля готова атаковать, и побежали на центр, быстро. Посмотрите там, какие замесы, посмотрите просто. Хопа, и все, ребята. Так, вот это мы сделаем с вами сейчас из земли. А, вот это снести надо. Так. Главное, чтобы нас никто не заметил, ребята. Главное, это самое главное, чтобы нас никто с вами сейчас не заметил. Подо мной чувак. Так. Хоп. Все, встали. Встали, стоим. Вы посмотрите на это, ребята. Просто посмотрите. О, да, сзади человек. Игрок остался, он один, ребята, он один. Наша задача его просто затроллить, ё-моё, ребята. Не видит нас, он не видит. Ой-ой-ой. Так. Чё? Походу, затроллили меня всё-таки, да. Ну что ж, ребята, вот наш земляной ролик подошел к концу. Надеюсь, он вам понравился, и вы поставите большой палец вверх. Если хотите еще, то пишите в комментарии. Влад, хотим еще роликов по Тролль Блок Челлендж. А также, ребятки, пишите, каким блоком сыграть еще. Я обязательно сыграю. Скин, как всегда, находится в описании. Так что заходите, качайте. Всем удачи и всем пока-пока.